Катаю опять, катаю. Скатать пластилиновый шарик – это не все, к чему стремятся малыши из группы «Полянка». Им нет еще и 3 лет, но в центре развития старше не бывает. А значит, сделать из шарика дорожку для нарисованного петушка – задача вполне посильная. Таким способом у детей развивают мелкую моторику. Игровой элемент имеет решающее значение. Так как у нас детки ходят с 2 до 3 лет и с 1,5 до 2, у нас идет акцент на занятия, на эмоциональное развитие ребенка, на развитие мелкой моторики, на физическое воспитание деток, на развитие движений. То есть осуществляем это с помощью игры у нас проходит. То есть мы порисуем, можем порисовать, можем полепить, можем поиграть конструктором. Именно за свою программу развития и доступности образования для детей дошкольного, в том числе раннего возраста, филиал 4-го ДОУ и занял 2-е место в федеральном конкурсе. Переваливаясь боку на бок, с медом полный бочонок несем. А это самые маленькие воспитанники центра. Их группа сформирована из малышей от 1 года до 2 лет. Их педагоги тоже развивают всесторонне. Особенно это проходит в адаптационный период, когда детки только начинают привыкать к чужим людям, к чужому помещению, к чужой обстановке. Работает, также приходит музыкальный руководитель, то есть развитие детей идет по 4 направлениям. Это физическое развитие, социально-коммуникативное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. Кроме программ развития, жюри конкурса оценило и то, что после достижения ребенком 3 лет малыши могут перейти в основную группу муниципального детского сада №4, причем таким же составом, что посещали центр развития. Анжелика Павлова, Андрей Белый, программа «Город».